Всем привет! Очередные покатушки по городу. План такой, едем на Полежаевскую. Там надо еще по делам заехать. А дальше заедем в Березовый парк. То, что недалеко от Полежаевской. В общем, такая городская лайт-покатушка будет. Так что всем приятного просмотра. Слева от меня это котельня. Зимой эти трубки пар создают. А когда в квартирах отопление? Что же он так пищит-то? Перейти. Ну ладно, попробуем дальше, может быть, переход. Просто мне надо сейчас на ту сторону. Да, там еще есть переходик. Отличненько. В общем, переезжаем. На самом деле здесь до Полежаевки уже ехать-то всего ничего. Следующая Полежаевская, сейчас к Зорге заедем. Памятник. Перекорчик и поедем дальше. Ушла. Так, ну все, ребятки, Полежаевская позади. Едем. По Усиевича, по-моему. Если я не путаю. Прокатимся, а потом поедем в парк. Здесь не катался. Так тоже захотелось прокатиться. Здесь такая хорошая прямая, широкая.
добираться можно. Переходит, и мы сейчас перейдем на ту сторону. Прокатимся там. Ну а дальше видно будет. Может быть, что-нибудь еще придумаем. Я в Березовом парке, когда он так называется, недалеко от метро Полежаевска. Прокатимся здесь, дальше посмотрим, куда еще поедем. Очень далеко не хочется ехать. Дома дело. А потом у нас опять погода в Москве портится. Впрочем, как всегда. Я все-таки думаю, это для бегунов. А вы как думаете? Черканите в комментах. Что это за голубая полоска? Для бегунов или велосипедистов? Прокатимся здесь чуток и дальше поедем. Правда, не знаю куда, но что-нибудь придумаем. Время пока еще часик у меня есть. Запас. We'll be right back.
такая вот, в общем, лайтовая покатушка получилась. Ну, я потихоньку домой. Дела еще, сорян. Не всегда же на веле кататься. Ну что, ребятки, я с вами, наверное, буду прощаться до следующих покатушек. А я поехал домой. Всем пока, до следующих покатушек.